Перед вами на экране устройство фена. Соответственно, есть корпус самого фена, в котором встроено несколько элементов. Первый элемент – это электродвигатель. Им для того, чтобы загонять воздух в фен. Также есть нагревательный элемент. Выглядит он вот в виде таких вот слюдяных пластин, на которые намотана, соответственно, пружина. Преобразователь напряжения для ионизации здесь есть также под номером 3. Он находится вот здесь. Вот. Как правило, сегодня для того, чтобы достигнуть ионизации, чаще всего используется турмалиновое покрытие. И, как правило, не ставят отдельных преобразователей. Кнопка холодного, подачи холодного воздуха, и кнопка переключения режимов, соответственно, кнопка переключения температурных режимов, либо мощностей. Таким образом устроены все фены и фен-щетки.